сидят на берегу рыбаки и спорят, какая рыба, как рыбу определить возраст. Один говорит, надо, говорит, чтобы чешуя была крупнее ногтя, это старая рыба. Другой говорит, нет, так это не ерунда, надо, чтобы плавники были темные. Нет, говорит, это тоже, говорит, не пойдет, можно ошибиться. Третий говорит, там, чтобы у него хвост был шире, у рыбы. Тоже, говорит, ерунда. Ну, смотрят, егерь идет. О, егерь, ты же учился, ты же должен знать, как возраст рыбы определить? По глазам, говорит. А как, говорит, по глазам? А чем, говорит, глаза дальше от жопы, тем старше рыба.